Бля, я замахал. Ты сумка, я. Блин, хотя бы чистая буду, блядь, пацаны, а то вообще... Ну так не чистая. О, бля, блин, как у коты. О, трактор чистит. У тебя тоже грязно. Лысик, у тебя обувь грязная, ты почистишь. Ты красава. Дай-ка я начищу, на, возьми вот туда, пожалуйста. Дай-ка я вручную вытру ими. Куда вручную? Ногами чистим. Да ладно, я так, думал, я платочек полирую. Не будет. Я полирую. Ё-моё, ради такого это стоит. Ребята, Чернухина наша, все. А этим гадам тут нечего делать вообще. 100%. Они зря пришли на нашу землю. А эту тряпку? Я не знаю. Давай растянем. Хай оставят они ее себе. Наш показывать надо, на, поли. Хай с нее себе стрижи шьют. Дальше. Подожди. Блять, не горит. Пацаны, дайте нормальную зажигалку. Сожгите его, дай все. Давай, трактор. Сожги его. Так будет с каждым. Пожог. Что-то на плохо горит. Да, я поняла. Сейчас разгорится. Сейчас разгорится, падла. Нехер им тут, падлам, делать на нашей земле. Всю авто надо набирать. Там 762 ящики. А я откуда знаю? Бать, а у кого узнать? Вот, сука, не горит, блядь. Да ладно, разгорится. Зажигалка такая большая. Нет, не надо никуда, я с тобой пойду. Ну, потухло. Да, блядь, ты так взял, нахуй, разорвал, блядь. Давай. Давай. А ну, стой. О, давай. Нормальный автогенчик. Держи его. Вот, стой. Он даже не горит, ё-моё. Это по всем российским, украинским каналам будет, да? Да. Понятно. Слушай, это гадость даже не горит. Даже не горит, это гадость, понимаете? Она плавится. Вот так вот. О! И вот так вот. Больше никак нельзя поступить из-за заразы. Маме привет, можно в Россию передать.